Сегодня мы возьмем одну луковицу, две дольки чеснока, 500 граммов замороженной или свежей брокколи, растительное масло, сливки жирностью 20%, сушеный имбирь. Из этих продуктов приготовим вегетарианский суп-пюре. Очищаем луковицу и мелко ее нарезаем. Теперь берем кастрюльку, ставим ее на огонь. На дно кастрюли наливаем растительное масло. Когда немного накалится, высыпаем туда мелко нарезанный лук и выдавливаем 2 зубчика чеснока. Посыпаем сушеным имбирем по вкусу. Следующий компонент – брокколи. Кладем ее туда же, в кастрюлю, и томим на медленном огне совсем недолго. Солим, перчим. Капусту брокколи признали самым полезным овощем для женщин. Согласно исследованиям, брокколи может оградить прекрасную половину человечества от онкологических заболеваний. Как только брокколи будет готово и пропитается ароматами, вливаем примерно стакан сливок, прогреваем и отправляем в блендер. Снова ставим на огонь и аккуратно доводим до кипения. Сразу же выключаем. Суп-пюре должен постоять несколько минут, чтобы загустеть. Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.